Всем привет! Сегодня мы отправляемся в путешествие небольшое в Краков. Мы едем делать сюрприз нашему другу, у которого сегодня день рождения. Сейчас я покажу, что мы ему дарим. Это такой набор настоящего киномана. Здесь он состоит из разных вкусняшек, из тех, которые можно залезть пальцами. Там всякие M&M's, шоколадные штучки, маленькие печенюшки. Это вкусняшки, которые можно взять с собой в поход. Это те, которые в оболочке. Еще сочек, который делается во Львове, без всяких там отвариваний, химикатов. В общем, очень классный сок, кстати, рекомендую. И попкорн сырный именно, потому что, как оказалось, Польша сырных попкорнов не делают. И тут я написала самый главный атрибут настоящего киномана – кушать с любовью. И к этому всему еще есть список фильмов, которые обязательно нужно посмотреть. Мы вчера с Сашей вечером его составляли, исходя из таких критериев, чтобы фильм был с интересным, необычным сюжетом и очень красивой картинкой. И все это дело я заверну в коробку из Новой почты и сейчас оберну это в упаковочную бумагу. И вот как в итоге получилось. Я добавила еще такую бечевочку и маленький тег. И я еще немного добавила зеленушки. Кстати, хочу отметить, что я сама конфеты не ем, но другим дарю. На том, кстати, есть такой батончик, который сделан только из сухофруктов, поэтому немножко полезности все-таки мы дарим. Я могу заново открыть. Бердмен. Не смотрел. Нет? Саша, верни синюю. Берд как Бёрд? Да, как Бёрд, птица. Бердмен. Нет, не смотрел. Засмущён. Мы уже в Кракове, и мы уже с ребятами. Это Денис, виновник торжества. И сейчас мы идем кушать. Я себе заказала карри из тыквы с рисом и двумя салатами. Это очень вкусно. Как же мне в Кракове нравится цвет домов. Боже мой, посмотрите на этот персиковый в сочетании с этим, не знаю, мятным, зелененьким. Боже, такая сладкая жизнь. И после ужина мы пойдем в квест-комнату. Это такое место, где есть какое-то задание, там определенная тематика, и нужно выбраться из комнаты. Я в таком еще ни разу не участвовала, но мне кажется, это жутко интересно. Представляю вашему вниманию человека с самой, на мой взгляд, классной фамилией. Это Сис. S-E-S. Что может быть лучше? Очень крутой райончик. Да, Денис? Очень крутой райончик. В Польше очень много есть таких машин, которые стоят уже, наверное, не первый год. И никто их не разбирает на запчасти. Иди за указаниями шаг по шагу. Если ты не откроешь все замков входа, ты не закончишь игру. То есть можно остаться навсегда? То есть, если мы что-то не понимаем, мы можем было не спросить, но если о помощи, то по подсказке. В честь моего дня рождения нужно будет больше. Нам объяснили правила и забрали Дениса сис. И забрали Дениса вот туда. В качестве самого смелого игрока, и мы не знаем, чего мы ждем. Я остался тут один из мужчин, в смысле. Класс, мне очень интересно. Там надо будет открыть какой-то сейф, какие-то замки. И мне кажется, нам даже не надо будут подсказки. Нам нужен ключ. Дошло. Подходит? Да, подходит. Супер. Выехала я вместе с моим Бьем, умером ту, вой.
Саша, ты как классно догнался за эти штучки. Блин, вот это вообще. Да, типа что оно совпало здесь, а еще. Ребята, у нас 5 минут еще есть. Нормально, сработано. И потом с помощью этого мы посчитали вот эту формулу. Здесь еще в книжке было. Но правда мы воспользовались одной подсказкой. Дайте пятерку. Давайте. Мы уже закончили нашу квест-комнату. Куда мы все ушли? Ваши впечатления? Класс. Это было круто. Все как-то обомлели. Все, я закончила. Мы сейчас ищем место, где посесть и отпраздновать день рождения. И здесь очень громко, очень много людей. И вообще нет места. Смотрю сразу на пол. Ой-ой-ой-ой-ой. Это просто дыра? О, это, наверное, СТО такое было, да. Здесь пироги. Это называется, как из гаража сделать очень крутую атмосферную кафешку. Здесь очень громко играет музыка. Какой-то дизайнерский магазинчик по дороге. И здесь нашли кофту, которая на ощупь, как будто бы если бы из дельфина делали кофты. Смотрю на цены и на секунду подумала, что цены в гривнах, и подумала, боже, как дешево. Как я люблю разноцветные носки. Посмотри, как это круто. Деревянная бабочка? Вот такую я тебе могу пошить, сис. Какой она маленькая. Был бы маленький стильный засранец. Тут даже есть разные интересные какие-то чаи, состоящие из сухофруктов. Фешенебельные для песиков. Идем на разведку в вегетарианский ресторанчик. Просто посмотреть, что почем, чтобы, например, завтра туда пойти. Оу, стенд с овощами, это всегда приятно. Боже, какие торты. Да, эта вегетарианская кафешка явно получше, чем та, в которой мы сегодня были. Но и цены тут, конечно, побольше. Но мы сюда еще придем. Это просто подсветка фиолетовая. Да, ультрафиолетовая подсветка на ниточную мандалу или мандалу. И выглядит очень эффектно. Сис говорит, что похоже на павлина, а Денис говорит, что это сделал наркоман. Спать ложимся.